крупнейшей партии. Если не готов, ничего тут делать. Мы обязаны уметь решать проблемы. По крайней мере, я как-то заявил вам, что если в стране нет авторитетных людей, которые могут существовать, то будет неизбежно. Если после дефолта не согласился Примаков, Бутыков, Геращенко, Матвиенко пойти в правительство, по сути дела, национального спасения, а я трижды уговаривал Примаков, то мы бы были у разбитого корыта, потеряли страну. Всегда в ответственные моменты должны быть тем, кому прислушиваться. Я всегда прислушиваюсь, Зарясь вам, Светлане Евгеньевне. Это люди с огромным опытом, авторитетом. У нас сейчас целая плеяда талантливых руководителей, Сергей Юрьевич Локоть, Новосибирский. Вот. Мы должны уметь. Грудинина, мы вместе с вами учились, как социалку развивать. В стране должны быть. Тогда